Всероссийский день студента в Елабужском институте КФУ начался со встречи студенческого актива с главой Елабужского района Рустемом Нуреевым. Руководитель района поделился с ребятами самыми яркими воспоминаниями своей студенческой жизни, а также отметил, насколько важно наличие в городе большого научно-образовательного центра, который занимается подготовкой квалифицированных кадров. Студенты, в свою очередь, рассказали главе района о своих достижениях и новых проектах, которые запланированы на предстоящий год. Также почетными гостями мероприятия стали генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко и председатель Совета ветеранов Елабужского района Геннадий Баганов. В нашем институте очень мощно реализуется научно-исследовательская деятельность, и хочется отдельно сказать спасибо всему руководству и научно-учебному отделу, то, что дают возможности проявить себя на конференциях различного уровня. И также хотелось бы сказать, что когда я поступал на первый курс, наши старшие курсы нам сказали, можно прожить две жизни в институте. Одну скучную, только учиться, или прожить две веселых, это научная деятельность или творческая. Вот я выбрал научную и нисколько не пожалел. Вслед за этим на университетской площади развернулись традиционные праздничные гуляния. Студенты принимали участие в играх и конкурсах, а также поздравляли друг друга с закрытой сессией. Со словами поздравления и напутствия в адрес виновников торжества обратилась директор Елабужского института Елена Мирзон. Она пожелала всем присутствующим успехов в работе и еще больше новых свершений в предстоящем семестре. Я сдаю отлично, все хорошо. И поздравляю всех с этим замечательным праздником. Поздравляю всех студентов с успешной сдачей сессии и радуюсь учиться в КФУ. По традиции, в Татьянин день особого внимания удостоились студенты и преподаватели по имени Татьяна. Также подарками были отмечены первокурсники, сдавшие свою дебютную сессию на пятерке. Все это сделано лишь с одной целью – дать мотивацию учиться и самосовершенствоваться. Елизавета Газизянова, Александр Фирсов, Айдар Нурмеев, Универ Новости.